Короче говоря, вообще принцип кремования меда сделал еще 100 лет назад в Канаде. Вообще сам принцип кремования. До нас он еще не дошел, именно как сам продукт не дошел. То есть в России, в Европе он уже пользуется спросом, прежде всего, за удобство употребления. Ну что такое кремовалка? Кремовалка – это, по сути дела, принцип размешивания меда при определенных оборотах, когда разбивается медовый кристалл. Специальный миксер, да? Специальный миксер. Очень важная штука. Во-первых, ну, понятное дело, что должно быть все сдержание. Второй очень главный вещь очень главная – это сам редуктор. Редуктор в процессе работы, а работать он должен долго, порядка 90 часов с перерывом, в зависимости от меда. Он должен быть надежным, должен быть качественным, чтобы из него, не дай бог, не потекло масло. Очень важная штука здесь – это сами лопасти, лопастя, а именно их расположение, вид лопастей. Вот лопасти, они называются вот атакующие лопасти. То есть вы видите, это не просто лопасти, а специальный там наклон есть, который ломает мед. Он не просто крутит, он его ломает мед. За счет этого добиваются определенные эффекты. Отлично.